Счетная палата 20 марта сообщила, что выявила нарушение при строительстве второй сцены Мариинского театра на сумму почти в 290 миллионов рублей. Нарушения обнаружены после проверки использования средств федерального бюджета в сфере культуры. Пока говорить, что деньги украдены, нельзя. Однако в результате неравномерного финансирования ряд коммерческих структур могли получить возможность пользоваться в своих интересах большими объемами бюджетных денег. Счетная палата сообщила, что финансирование проекта происходило крайне неравномерно. При этом строительство второй сцены театра шло с задержками. В результате большие суммы могли надолго зависать на счетах различных компаний. Строительство второй сцены ведется Северо-Западной дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации. Эта структура подчиняется Министерству культуры. Счетная палата сообщила, что до недавнего времени основным генеральным подрядчиком была Генеральная строительная корпорация. Именно эту компанию Счетная палата обвиняет в финансовых нарушениях. Создание второй сцены знаменитого театра вот уже почти 10 лет сопровождают скандалы. Вначале из-за протестов петербургской общественности был расторгнут контракт с известным французским архитектором Домиником Перо. Следующий проектировщик продержался менее года. В результате строительство иногда шло фактически без утвержденного проекта. Сейчас официально представители Северо-Западной дирекции не говорят о том, сколько стоит строительство здания. По информации канала «Деловое ТВ», на строительство второй сцены было выделено более 19 миллиардов рублей. Однако в декабре сумма была уменьшена почти на 2 миллиарда. Премьер Владимир Путин пообещал вернуть эти деньги, но пока окончательное решение не принято. В результате сейчас никто не может сказать, когда вторая сцена Мариинского театра будет открыта для зрителей.